Промышленность, культура и спорт Ульяновска заинтересовали Республику Казахстан. Делегация Актюбинской области побывала с рабочим визитом в нашем регионе. В рамках встречи обсудили взаимодействие в развитии агропромышленного комплекса, сферы инноваций и социокультурной сферы. Это вопросы, которые составят основу дальнейшего сотрудничества двух городов. Нас очень заинтересовало промышленное производство, то, которое они осуществляют на территории своего города, полезные ископаемые. Проехали они промышленную зону нашего Заволжья, поэтому их заинтересовала и встреча с представителем бизнеса нашего города для того, чтобы они готовы под очень льготные кредиты предоставлять площади на территории Актюбинской области. Поэтому мы сейчас нарабатываем соглашение. Основные точки наши направление сотрудничества, это будет в первую очередь культурного обмена. В Ульяновске сконцентрировано очень много компаний именно в IT-сфере. Это говорит о чем, что уровень образования высокий. Актобе тоже планирует создать умный город. Так что я думаю, в этих направлениях мы очень сильно посотрудничаем. И, конечно же, спорт. Итоговое соглашение о сотрудничестве Ульяновска и казахского Актобе планируют подписать до конца этого года.